Так, завтра едем к Дуйнову. Дамы и господа, будущее всего человечества – восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой. Нам нужны качественно иные подходы. Хорошо. Россия готова. А ничего, что тут? Это тогда уходит коробка, уходит редуктор, уходит кардан, уходит задний мозг как таковой. Однако предлагаю посмотреть на эту проблему шире. Речь должна идти о внедрении принципиально новых природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему миру. Ты сами попросил оператора, а существует с ним в гармонии. Наступает крах нефти, углеродной сырьевой экономики, дорогие друзья. Дамы и господа, мы переходим на электричество, электрическое непростое, электричество эфирное. Будущее всего человечества. Четыре таких колеса, то это уже можно машину. В рамках своего национального вклада к 2030 году планируем ограничить выбросы парниковых газов. Обращаюсь очередной раз к зрителям интернета, гражданам страны, не только гражданам страны, гражданам планеты. Хотите жить в новом мире? Пишите. Куда писать? Кремлин.ру. Путину Владимиру Владимировичу. Глобальная волна.